Ну что ж, здравствуйте, дорогие товарищи. Сыграем-ка мы в GTFO. В качестве основного оружия выбрал этот винтовку с двойным выстрелом. Хотя, может, нахер на. Давайте просто какую-нибудь винтовочку. Визирный прицел, пистолет. Ну вот это вот нормально. Короче, фулли автоматик, хайер фар. Давайте вот это вот. О, интересно, это что такое? Интересно, фигня какая-то. Согласен? Согласен. Фигня, но есть фигня. Так, ладушки. Давайте тогда вернемся к выбору. Все. Супер, выбрали, это выбрали. Здесь копье и биотрекер. Ну, а если кто-то скажет, хуйню на выбирал, то пошел он нахуй. Как хочу, так и играю. Тем более в эту ебанутую игру под названием GTFO. Очень хочу глушитель. Но, собственно, разработчики продают хуйню и ничего такого не предлагают. Мне кажется, их следующая игра Денфу будет интересной, но однообразной. Как и это, собственно. Хотя, конечно, не очень сильно придумали всякую рекламную кампанию там со всякими такими псевдо ретро стиля мини-играми. Ладно, посмотрим, не буду загадывать, может быть, все-таки у них есть какой-то талант. Да. Ёкарно бывает. Что-то у меня не работает, а? О, давайте. Палки-бросалки, это отличная вещь. Чё, ну тут интересного? На самом деле все одинаковое настолько, что прям больно. Больно. Реально, взять бы какой-нибудь глушительный пистолет. Это было бы уже не так тупо. Вот этот флешлайт вообще ни к селу, ни к огороду придумали. Кто им пользуется? В какой момент им нужно пользоваться? Кто знает. Так, что нужно? Нужна Matter Wave Projector. Надо найти.
патронов 77. Давайте сами распределяйте. Надо метр вейпер-сектор. Кто за вас, два? Хелп. Что там? Ага. Да вы бесите. Два, 69 и 11 Б резет. Что там у нас? Это общенациональная трансляция системы экстренного оповещения. Это не тест. В ответ на распространение вируса NAMVI в настоящее время в стране действует 24-часовой комендантский час. Все граждане должны оставаться дома до получения дальнейших указаний от федеральных властей. Любые граждане, увлеченные в нарушении комендантского часа, будут задержаны и помещены в изоляцию в охраняемом правительственном месте до тех пор, пока комендантский час не будет отменен. Если у члена вашей семьи проявляются какие-либо симптомы вируса NAMVI, немедленно изолируйте этого человека и позвоните в службу реагирования на вирусы, набрав 211 с любого телефона. Симптомы включают кровохаркание, мышечные спазмы, пену изо рта, деформации позвоночника, агрессивное поведение, крайняя вялость или сонливость, депрессию и рвоту. Любой, кто контактировал с подтвержденным случаем NAMVI, должен оставаться в изоляции до тех пор, пока не будет уведомлен служба реагирования на вирусы. Это руководство было выпущено федеральным правительством США для вашей защиты. Биоком. Обновлены личные дела системы оповещения. Меченое беспокойство заканчивается. Окей. This is a nationwide broadcast of the emergency alert system. This is not a test. Да, я понял, все. Окей. Что там надо было? Query Matter Wave Projector. Зона 80. Зона 80. А у нас что тут? 78. А, вот нам. Окей. Пайт 910. Very. Very. Key white 910. А где он находится? 76. Окей, зона 76. 676. О, зона 76. Get over here. Please step into the bioscan. О, отлично. Bioscan sequence completed. Door unlocked. Открываю уже что-то. Don't wait there. We'd be overrun in no time.
Sleepers, don't wake them. У нас 76. Где-то тут должна быть эта штука. Тик-т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 ик. Прям за этой дверью, говорите, да? Да-да, за этой дверью, да. И за этой дверью. Здор. Red key 910. Ping. Key white 910. Он и ем. Отлично. Пом-пом-пом. На Б. Есть. Здесь реально никого не вижу. Никого здесь нет. Обманывает ваш. Двери закрываем. Так вас не тревожит, да? Кого интересно? А дверку закрой. Эй, блядь, дурачки. Какие так дураки, что делать? А вот я. Sleepers.
иди сюда. Где мы там были? Что-то потерялся. Вон там. Зона 80. Окей. Где? Да ёкарный бабай. Эй, где ваша зона 80? О. Тири-тири-тири-тирим. Да она? Нет, не одна. Где-то там за стенкой. Sentry gun here. I will do it. Sentry here. I'll do it. Sentry gun here. Sorry, I can't do that. Sentry here. Yes! This mod. Никто не любит, как эта херня звучит. Куда вы вообще вылезли? It will get worse, fellas. Much worse. Biosphere sequence completed. Door unlocked. Здоровье, конечно, потратили. Pick up your deployables. Pick up your deployables. Yes. Pick up your deployables. I'll do it. On me, got a bioscan. Checkpoint reached.
нервничаешь. Сами там справились, да? Отлично. Еще есть, никого нет. Интересно. Безобразная мешанина всего подряд. Оно вроде, конечно, выглядит интересно, но настолько нелогично. Нет, в этом есть какое-то искусство, наверное. Вот тут какие-то твари обитают. Тут интересно, ничего интересного. Отсюда мы пришли. Да нам. Звездор, окей. Что-то у нас показывает. Тык-тык-тык-тык. Тут ничего нет. 75-77. Не, нам туда не надо. Нам нужно вот сюда.
sleepers. Или звезду. Сейздор 79, окей, допустим. Тут мальчики пришли. Надо идти сюда. Или сюда. Один хер. Let's focus on the objective. Shh. We got sleepers. Don't make a sound. We'd be overrun in no time. Thank you.
objective. We need to do this together. To do this together, yes. Sentry gun here. Yes. Sentry here. I do it. Sentry gun here. Yes! That's small jump. Ладно, понеслась. Блин, лезите под пули. Pick up your deployables. Pick up your deployables. I'll do it. Pick up your deployables. I'll do it. Музяка какая-то даже появилась. Раньше я даже не помню, чтобы она была. Может и была, но... Ну ладно, это уже пустой. Гвоздикс, хорошо.
Отойдите от боя. Нет, мне 80-я зона там же. Нет? Что-то путаю. Ну ладно, такое ощущение, что может и не путаю. Окей, это было довольно просто. Блин, Наруто. А, как-то так. Верба. Ну что ж, спасибо, что смотрели. Лайки, подписки, всякая фигня. Не знаю, буду ли проходить дальше, но... Это было чисто ради интереса. Так что в любом случае присоединяйтесь к нашему кооперативу «Дружба» и «Humult Russian Fleet». А из кооператива «Дружба» вы сможете найти отличный Discord-сервер товарища Рейвена, который действительно играет в этот GTFO по-серьезному. Ну, в общем-то, так. Все, всем пока и увидимся в этой или другой игре. Все.